Отжимы? Давайте еще немножко. Боремся. Ножки шире. Вот так, молодец. Эй, что такое-то? Что ты решишь? Упал, он маленький такой на тебя упал. Не давай. Работаем, работаем. Да. Так. Вадим. Кисть. Вот, молодец. Молодец, молодец, ты все. И Жасмин. Жасмин выходит куда? Правильно, Жасмин. Ты выходишь сюда. Вперед. Не повезло. Артем. Да. Сюда. Готовы? С кем? Как с кем? С Викой? Азина. Уно. Двое. Три. Боремся. Патру. Чинь. Шаса. Не давай. Оп. Еще раз ставишь. Чего ты падаешь? Борис. Бросай. Молодец. 1-0. Шапка. Оп. Ноу. Зечи. Уну. Стоп. Мате. Встаньте. И вы встаньте. Туда. Значит так. И у нас две... Ага. Вот. Вот как мы сделаем. Сюда. Вика сюда. И Михаила сюда. Все остальные подошли ко мне. С этой стороны ставим. Ставим все с этой стороны. Вперед. Ай. Эти здесь, мои здесь. Стоп ко мне. Воодушевлен. Итак, у нас две команды. Команда Уно, команда Дой, команда Чемпион, команда Суперчемпион. Итак, призы. Значит, если они выиграют, они получают сладкие призы. Вы выиграете любой бросок. Это не оценка в азаре или япон, а просто одно очко. Понятно. Постарайтесь не падать. Вы постарайтесь не падать. У Вики. А вы постарайтесь Михаилу кинуть. Тогда вы команда. Поэтому если там ничья, одна минута. У всех будет одна минута. Понятно, да? Так, сейчас я вытащу призы. Посмотрим. Вообще, это сделал в крипте? Да. А, Эрик, ты отжигался? Ну что? Да, когда
Так, вот приз. Это для девочек, это для мальчиков. Mm-hmm. Я шучу. Вы что, мыло будете кушать? Итак, пожалуйста, мальчики приготовили сам. И Вика, девочки приготовили здесь. Да. Нет, по одной, по одному. Итак, выходим. Жасмин, вы ушли. Жасмин туда. Вика, сюда, сюда становись. Жасмин туда. Как это? Артем, вперед. Готовы? Стоп, одну секундочку, чтобы я время видел. Одна минута. Хаджина. Какая команда получит приз? Мучить Жасмина, ее мучить. Просто мучить, дергай. А остальные будут бросать. Просто дергай руками. Вправо, влево, вправо, назад. Вот туда. Одно очко. Команда Витки ведет. Дергай, пытался теперь. Это. Вот, руками больше работает. Так. Хорошо. Матэ, стоп. Становись сюда. Поклонились. 1-0 ведет Михаила и Вика. Следующий. Адамина. Вот, смотрите внимательно. Ты знаешь, что делать? Следующий вышел. Вадим. Ты возьми захват. Смотри. И бегай вокруг нее. Бегай. Она сама упадет. Вы ее должны так замучить, чтобы она у меня сил не было, и сдалась, а вы ее бросали. Потому что там с Викой тяжело. То же самое там с Викой. Не давайте ей захват, бегайте вокруг. Хочу. Не давай захват. Вадим, упереться. Вот так. Ничего не делай, Вадим, просто стой. А ты бегай вокруг нее. Бегай, пока не упадет. Бегай. Второе очко. Бегай. Еще, сейчас заканчивается уже время, еще побегай. Матэ! Стоп! Встали. Вика сделала бросок. 2-0. Поклонились, ушли. Андрей, уже готовься. Вик, Андрея, то же самое. Берешь захват, бегай, пока она не упадет и не умрет. Готовы? Хаджина. Хаджина. Скажите Кристиану, пусть не бросает. Да не назад, просто вокруг, вокруг нее. Вот так. Вот. Скажи, чтоб держался. Сейчас уже осталось 20 секунд. Пусть не падает. Есть третье очко. Молодец. Есть четвертое очко. Ничего, остановись, бегай. Стоп. Матэ, встали. Встали. Так, поклонились. 4-0 ведет команда Вики и Михаила. Выходит Жасмина. Жасмин выходит бороться. Туда. Видишь, что она мертвая? Можешь просто бросить, не получается. Возьми тебя пару раз побегай. Она же, видишь, она же все. Артем выходит. Артем. Кристиан ушел. Хаджин. Артем, не падай, ты давай захват. Стой. Просто стой. Пойди. Ну, есть 5 очков уже. Давай, Жасмин. Не падай, Артем. Не падай. Вот так, молодец. Дергай ее, Жасмина. Дергай, вот так. На лицо только раз. Так, смотри, Так. Ну, давай. Есть одно очко. Падает. Встали. Одно очко Вики. Вики, одно очко тебе. Матэ. Встали. Поклонились. Следующий, Вадим, твоя задача не упасть. Не дай ей захват. Ну,
Здесь все ножи, смотри, она умертвая. Хаджин. 5-1. Хорошо, Вадим, хорошо, хорошо. Встаешься? Нет. Посмотри. Посмотри. Ты стоишь в середине. Стоишь здесь. И они начинают крутиться. Что тебе? Эй, ну слушайте, потому что я им подсказываю. Что нужно делать? Нет, на подзюдо по любой борьбе нельзя выходить за ковер. Значит, ты должна постараться своего противника, свою противницу, не здесь встречать, а встречать в центре. И вот раз вот здесь ее держать. Она побежала, например, побежала, а ты раз и достал, она вышла. Я оставляю складку, останавливаю. Ты идешь, заправляешь, так спокойно поправляешь. А я ее замечаю. Таких 2-3 замечания, и она проигрывает свою складку. То есть стоять вот где-то здесь, вытолкнуть она тебя не сможет. Но она когда забежит за ковер, я ее накажу тем, что она бегает за ковром. Раз бегает, 3 раза. Поэтому старайся тогда не сюда даже идти. Может быть, вот здесь даже. Вот так. Все, они не будут бегать вокруг. Приготовились. Крестьян, скажите крестьяну, чтобы он стоял. 7-1. Поклонились. Хаджина. Ставим уголочек сразу. Михаил, в уголочек сразу. Раз, 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 отходи в уголочек, чтобы она не бегала. Вот, вот. Давай тогда выталкивай ее. 8. Атен. Шина. Хаджина. Матея. Шин. 1-1. Давай, Михаил, еще ее. Так, Кристиан, Шина. Сестя, Хаунтай. Нет. Есть. Второе. Стоп. Матея. Встали. Значит, еще одна. Не выталкивай. Не выталкивай. Посмотрите внимательно. Взяли захват. Кристиан, опять. Нужно не так, а нужно так. Уну, дой, треть. Вика. Не так, а уну, дой, три. По-другому я считать не буду. Михаил, то же самое. Уну, дой, три. Итак, 8-1 ведет команда Вики и Михаила. Поклонились. Ушли, следующий выше. Пожалуйста, там Артем. Эй, ты уже готов должен быть, заправил? Еще раз. Артем, почему поезд не заправлен? Почему не ждешь? Еще раз. Вы вытесни соперницу. Хаджина. Пошли. 8-1. Делай, делай, делай. Шина, Артем. Нет, Шина. Нет, нет, это в борьбе было. Артем, бороться, я еще не сказал. У тебя одно шина, у тебя одно шина. Хаджина, выталкивай ее, Артем. Толкай ее, выталкивай. Выталкивай. Есть. Второе шина. Хаджина, еще раз, у тебя будет победа. Заправились. Пожалуйста, сюда. Встань. Заправились. На ковер зайди, пожалуйста. Итак, 3 замечания. Тебе поражение, тебе 1 очко. Счет 8-2. Поклонились. Ушли. Следующие. Вика, его ты не выталкиваешь. И Кристиана не выталкиваешь. Ре.
ручки впереди. Выталкивай, что ты стоишь, ты не смотришь. И бегай вокруг. 9, 2. Выталкивай ее сначала. Не иди назад, выталкивай вперед. Нет. 10, 2. Да, давай. Есть. Шина вышла за ковер. Еще раз. Иди назад, иди вперед. Хорошо, Мэрик, хорошо, умница. Да, отдыхает. Давай. Там, стоп. Не плачь тогда. Вдох, выдох. Да, постой. Нет. Сейчас пройдешь, да? Да. Хорошо. Тапочки возьми там, тапочки. Так, Мате. Так, здесь. Сюда. За спина. Кристиана, ищи. Этот выходит, как его? Артем выходит. Ты заменяешь Михаила. Все, приготовились? Хаджина. Пошли. А, давай. Шида. Аделина, Шида. Не спеши делать, сейчас выталкивай. Хаджина. Держись, Артемчик. Молодец, ходи в сторону. Второй шаг. Ты уходишь назад. Есть. Первая шага. Хаджин. Сразу беги к ней, забери захват. Толкай меня. Есть. Мате. Стали сюда. Стали туда. Сюда. Ближе. Аделина, ближе. Так, победа. Это 13 очков. Поклонились, ушли. Вышел сюда. Кристиан. Остаешься, да? Вадим выходит. Все сюда. Приготовились. Ашина. Можете палку дать? Куну, Шида. Ашина. Твой. Шида. Смину. Держи. Стоп. Вот так падаешь. Страховка как? Так? А ты сюда руку ставишь. Смотри, мы на ИС. Хорошо? Есть, Артем поменял. Ашина. Шида. Хорошо, знаю. Аджина. Все, разговоры. Есть. 15 очков. Меняйтесь там. Пошел. Матея, стоп, Матея, вы встали, поклонились, два шина, ты ушел, но я проиграл. Ты, иди сюда, иди. Так, Аделина, выходи, что ты не хочешь? Аделина, выходи. Приготовились? Аделина. Хорошо, поменялись, а потом вышел. Шида.